Рафал, только не дай дупы. Момент на ориентацию. Ты чё, мяч у носа? Свалю. Я пройдем. Proszę spojrzeć! Oto bohaterowie dzisiejszego wieczoru! Proszę na nich spojrzeć! Ten pierwszy to górnik! Cicha nadzieja Górnego Śląska! I uwaga, nasz wielki bohater Cichego! 27 pojedynków! Wszystkie zwycięskie! Zobaczcie, są już w swoich narożnikach! Uwaga! Ring wolny! Pierwsze starcie! Cichę! O kiedy z emerytami walczę! Dziadek! Dupie tam uciekają! Cichę! Możecie opuszczać AP dwóch przy wejściu z magazynka. Идите с этими хуями кубинскими. Дай сюда этого героя. Гурник, давай туда. Слушай, я хочу, чтобы этот монстр сдался в 7-м раунде. Понял? Ну, вам до него подыщ, нихуя еще не сказал. Блять, я поставил большие деньги на Резникова, я и мои друзья. Надо, чтобы этот гандон свалился в 7-м раунде, понял? Я хочу это видеть и слышать! В 7-м! Сейчас дай, боксер. Спасибо. Пей. Боксер, не пей. Подходи ближе, я-то не хочу. Мам сына, разумеешь? Сына? Это ваша сына? Вот. О, Масуда! Ты где его взял? А он пьет так же, как наши. Гурник! Шахтер. Ты что, шахтер, да? Молодец, слушай, у меня тоже есть шахты, только алмазные. Покупали там шахтеры, чтобы почернее, чем этот.
еще пей. Дядя Клер. Давай, давай, глоточек ты сделай. Хорошо, хорошо. Смотри, сейчас 10 тысяч для того, кто победит. Соревнование так соревнование. Марат, давай, потягайся с этим. Попытаюсь. Я не уж жизни больше. Дядя Клер. Блядь, твой шелкур! У меня сегодня сын родился! А ну, марш на ринг, блядь! Я? Скажите, что еще не могли? Я пердон. Стой. Слухай, Джеку. Какой?